Пожар случился в двухэтажном деревянном доме по улице Степана Разина. Здание ветхое, там никто не живет, жильцов давно расселили. Но оно примыкает к жилому дому по улице Ленинградская. И его жильцы опасаются, что огонь может перекинуться на их дом. Дом на Степана Разина хоть и заброшенный, но никогда не пустует, рассказывают местные жители. После того, как расселили жильцов, здание облюбовали подростки и бездомные. Местные жители регулярно разгоняли шумные сборища, вызывали полицию. Предполагают, что именно незваные гости устроили поджог. Последний раз, позавчера, у меня муж туда ходил и выгонял бомжа. То есть это настоящий рассадник стал. Гуляние молодежи, которая пьет, гуляет и не знаю, чем еще занимается. И вот тех людей, которые не имеют жилья. Видимо, подожгли, потому что выходили соседи, ничего не было. А потом вот резко пламя. Огонь вспыхнул после обеда. Деревянное здание площадью 100 квадратных метров загорелось мгновенно. Клубы дыма заметили соседи и вызвали пожарных. На место прибыли 5 спецмашин. С огнем боролись больше 20 человек. Работу осложняли кучи хозяйственного мусора от прежних хозяев. В 16:30 пожар ликвидировали. Пожарные начали разбирать и проливать водой кровлю, чтобы не допустить повторного возгорания. Причину пожара и ущерб от него установят эксперты. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.